Певец с армянскими корнями Филипп Киркоров в Баку. Он принимает участие в фестивале «Жара-2019» и гуляет с детьми по Баку. Журналистам он сказал, что любит ездить по таким впечатляющим местам, как Азербайджан, и на улице он заряжается энергией. Пригласили бы Киркорова с его армянскими корнями в Баку, если бы не позор с финалом Лиги Европы по футболу, который состоялся в Баку. Ожидавшийся бенефис вылился для Баку в форменный фиаско. Из-за истории с футболистом лондонского Арсенала и сборной Армении Генрихом Мхитаряном. Баку запретил Мхитаряну в случае победы поднимать флаг Армении. Ситуация по вопросу поездки Мхитаряна в Баку оставалась напряженной. Спортсмен так и не поехал в Баку. Но Азербайджан запретил въезд и этническим армянам, фанатам Арсенала, а в день финала с улиц были подвергнуты приводу английские болельщики в майках с фамилией Мхитаряна. Европейское футбольное сообщество крайне иронично отзывалось о решении УЕФА провести финал в Баку и об отсутствии энергетики на стадионе. Финал в Баку стал позорным фиаско Баку, хотя должен был стать пиаром. Возможно, чтобы сгладить впечатление, в Баку пригласили Филиппа Бедросовича Киркорова, который должен продемонстрировать, что в Баку вполне спокойно относятся к армянам. Фактически, Баку пригласил Киркорова против Мхитаряна, пытаясь спастись от позора. Киркоров пытается спасти, волей-неволей. Хотя не ясно, думал ли Киркоров о своих корнях перед поездкой, тем более о всяких деликатных вещах по этому поводу. Пытался ли Азербайджан найти и другие армянские корни во спасение? Из-за дискриминации в отношении армян напряжены отношения Азербайджана и России. Несколько лет в бакинской тюрьме находился Марат Уилданов Галстян, которого арестовали за то, что он армянин, хотя инкриминировали хранение наркотиков. Недавно его, наконец, экстрадировали в Россию. Но до этого Баку неоднократно отклонял призывы МИД России отказаться от дискриминации в отношении российских граждан армянского происхождения. Судя по всему, Киркорова выставили и против МИД России, вернее, министра иностранных дел Сергея Лаврова-Калантаряна.